представлено главное предложение только сегодняшнего дня. 3 недели до Нового года и каникул. Сколько нам предстоит с вами встреч, прогулок, сидеть дома мы с вами точно не будем. Ведь у нас есть мягкие, главные, уютные ботинки, созданные специально для долгих прогулок и любых зимних погодных условий. Настоящие зимние вездеходы. Настоящие зимние вездеходы – это ботинки в стиле Active Outdoor с комбинированным дизайном и сочетают в себе практичность экоматериалов и мягкость вязаного трикотажа. Станут вашим идеальным спутником для зимних поездок и прогулок. Итак, посмотрите, эти ботинки являются еще абсолютно непромокаемы, потому что здесь у нас литьевой метод крепления, а значит, они будут абсолютно герметичны. Даже сейчас сразу с вами 9 сантиметров воды не боятся абсолютно. Ну и, конечно же, это у нас зимнее предложение, потому что это у нас внутри они утеплены мехом. Давайте посмотрим. Мех мягкий, плотный, шелковистый. До минус 15 градусов будет согревать ваши прекрасные ножки. И что хорошо, что на все 360 градусов. Это идеальный вариант для активных женщин, которые хотят выглядеть очень стильно. У тебя в руках сейчас очаровательные рыжики. Это желтый цвет будет в заказе. Самый сочный, самый яркий. Ведь хочется действительно в жизнь добавить чуть больше ярких красок. Да. Также у нас есть спокойный, серый, приглушенный, такой лаконичный. Это еще не все. Есть еще и синий, благородный королевский оттенок. Конечно, никак мы с вами не обойдемся без классического черного. И есть еще 5-й оттенок, который вы совсем скоро увидите на экране. Конечно же, это такой дымчатый коричневый цвет. Причем здесь у нас еще и меланж такой представлен. Коричневый у нас самый-самый популярный оттенок. И у нас дополнительное снижение цены на 500 рублей, то есть сегодня цена составит 1999 рублей. Размеры от 36 до 41. От 36 до 41 заявлена размерная сетка, но по факту они у нас маломерят на один размер. А значит, я для сегодня для эфира выбрала, у меня 38, я выбрала 39. Наши девочки, вот посмотрите, Евгения вам сейчас демонстрирует. У Евгении 40, Женя выбрала для себя 41, и поэтому здесь у нее определена идеальная посадка. А значит, для своих ножек вы выбираете на один размер больше. Конечно же, еще плюс, что здесь увеличенная 8-я полнота и есть функциональная шнуровка. Цвет очаровательное предложение, потому что это мягкие, удобные и, самое главное, зимние ботинки до минус 15 градусов. Комфортные, удобные и уютные. Я буквально совсем скоро отправляюсь в Светлогорск на несколько дней. И, конечно, я не потащу с собой несколько пар обуви. Мне нужна одна, но непромокаемая, теплая и уютная. Я выбираю эти ботинки, потому что это лучший выбор по супер цене за 1999 рублей. Сегодня у нас 5 цветов на выбор представлены. Черный, серый, синий. Мне так нравится этот очаровательный желточек, сочный. И, конечно же, коричневый, классический оттенок. Выбирайте для себя тот оттенок, который вам приглянулся больше. Я даже сейчас хочу желтый цвет примерить, ведь я выбираю для себя сегодня зеленое платье. Кстати, на мой взгляд, это будет интересное сочетание. Вот и посмотрим, насколько оно будет сочетаться с платьем. Для меня важно, знаешь, цвет. Ведь осенью, весной и летом зачастую мы ходим в кроссовках, потому что это просто удобно. И не хочется в некомфортные сапоги переобуваться. Хочется что-то более удобное. Вот эти ботинки будут ли достойны замены привычным кроссовкам? Это идеальная замена. Это все-таки тоже у нас анатомическая колодка. И здесь у нас дизайн такой в активном стиле. Да? То есть мы понимаем, что действительно мы можем обувать эту пару обуви в любых погодных условиях. Минус 15 градусов. Еще раз напомню, и здесь у нас инновационные материалы. Используются в этой коллекции микрофибра нубук, который абсолютно не промокает, но зато позволяет вашей ноге дышать. Свет, ты знаешь, когда наступают новогодние праздники, мы предполагаем, что мы будем проводить время с нашими близкими, выходить на улицу, гулять, отдыхать, поднимать себе настроение. Конечно, хочется, чтобы было удобно, чтобы не задумываться, что надето на ногах. Взял да пошел, вышел на прогулку, посмотреть, там, сходить в лес прогуляться или, например, отправиться со своими близкими на каток. Тепло, уютно, комфортно, 1999 рублей, сегодня очаровательное предложение. Я примеряю эти ботинки вместе с платьем, которое сегодня для себя выбираю. То есть у меня один вариант, посмотрите, сапожки, но не менее очаровательно выглядят ботинки. Мягкие, удобные, за 1999 рублей, на мой взгляд, это лучший выбор на сегодня. Вот если я, например, отправлюсь сегодня там, или в ближайшее время со своей младшей сестренкой кататься на коньках или на горку, не промокнут ли мои ноги? Смотри, ноги твои точно не промокнут, а знаешь почему? Потому что здесь у нас используется литьевой метод крепления подошвы. Это абсолютно герметичный метод.
крепления, который не позволит ни одной капли воды попасть внутрь этих ботинок. И я специально еще провела эксперимент, да, с самого начала эфира, опустила полупару этой обуви в аквариум для того, чтобы вам продемонстрировать. Смотрите, она уже второй час находится в воде, а воды у нас здесь целых 9 сантиметров. И еще раз повторю, поверхность микрофибры ноутбука абсолютно не боится влаги. Вся влага у нас уходит. Ну и плюс еще, конечно, ты видишь, да, что является абсолютно безопасным. Почему? Здесь идеальный рисунок протектора у этой подошвы. Он разработан специально для того, чтобы вы чувствовали себя абсолютно безопасно. Знаешь, зимняя обувь – это понятие обширное, потому что в разных городах России у нас совершенно разная погода. Где-то более слякотно, где-то больше холода, да, больше льда. Но здесь у нас уникальное предложение – теплые ботинки, не скользящие, в которых вам будет тепло и уютно. За 1999 рублей, конечно, отдельная благодарность производителю за то, что именно эти ботинки непромокаемые. Но здесь у нас стоит надпись «до минус 15 градусов». За счет чего здесь у нас такое утверждение? За счет того, что внутри у нас с вами эко-мех. Давайте посмотрим на него более внимательно. Мне очень нравится его фактура. Во-первых, она мягкая, она шелковистая. Высота ворса у нас целый 1 сантиметр, а значит, они очень мягко будут обнимать вашу ногу. Это тоже дополнительный плюс. Ну и, конечно же, прекрасно, что эти ботинки у нас утеплены полностью на все 360 градусов. Давайте посмотрим, что даже стелька, которая есть в этой паре обуви, у нас также утеплена этим красивым и теплым мехом. Минус 15 градусов, кстати, Аня, это средний температурный режим. Вы можете прогуливаться в этой паре обуви, если, например, наденете на себя дополнительные носочки, смело и в минус 20. Ты знаешь, для тех, кто ведет активный образ жизни, кто собирается проводить свои новогодние праздники активно, это самый отличный вариант. Желтый цвет у тебя сейчас в руках, как ты его называешь, Camel. Да. Очаровательный. Песочный, оттенок, очень красивый оттенок. Такой. Дальше вы видите синий, серый цвет. Темно-синий, серый, да, сейчас на твоих ножках. Это у нас классический черный с красивой контрастной отстрочкой. Коричневый цвет, который я выбрала для эфира, он у нас сейчас с вами является самым популярным. Мне очень приятно, что вы как-то прислушиваетесь, да, к моим рекомендациям. И, Аня, тот самый красивый серый цвет, который ты выбрала для себя. Ты знаешь, я решила для себя его примерить, потому что я понимаю, что это универсальный цвет, который абсолютно ко всему подойдет. Как я тебе сказала, я совсем скоро отправляюсь в поездку. Мне важно, чтобы было тепло, сухо, комфортно и уютно. За 1999 рублей это самая настоящая находка. Выберите этот цвет, который вам приглянулся, и наслаждайтесь теплом и уютом.